Вестей об освобождении от армянской оккупации городов и сел с большим волнением ждал каждый житель Азербайджана. Но сложно представить, какую бурю эмоций испытывали те, кто родился, вырос, а впоследствии был изгнан с родной земли. Долгие годы ожидания, тяжелых воспоминаний и боли сменились слезами радости, гордости за страну и надеждой на будущее. Я родился в Шуше. В 16 лет мы вынуждены были уехать оттуда. Поселились в Менгичевире. Долгие 28 лет мы ни на секунду не забывали о Шуше. Когда узнали об освобождении родного города, была такая радость, которую я никогда еще не испытывал. Моя история, моя жизнь – это Шуша. Я будто спал все эти годы, а теперь, когда Шуша была освобождена, я словно проснулся. Безумно тосковал все эти годы по Карабахской земле. Это моя родина. Там могилы моих предков, там мой дом. Очень скучаю по своим друзьям. Мы собирались каждый вечер в саду рядом с Домом культуры. Общались. Когда я узнал, что Шуша освобождена, долго плакал. Освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации – это не только торжество справедливости. Это символ возрождения, новая счастливая страница в жизни тысяч азербайджанцев. В день освобождения Лачина я бы взлетел, если бы у меня были крылья. Для нас после изгнания были построены прекрасные дома, созданы все условия. Но все равно мы всегда думаем о нашем доме, днями и ночами. В будущем, когда мы вернемся в Лачин, я бы хотел, чтобы все, кто там не был, приехали и увидели эти прекрасные края. Я родился, вырос и жил в Агдаме 38 лет. Потом мы были вынуждены уехать и поселились в Менгичевире. Теперь мы думаем только о том, когда сможем вернуться. Я бы прямо сейчас отправился в Агдам. Хочу найти свой дом. Я работал на почте и прекрасно знаю город. Как только окажусь там, в первую очередь посещу могилы своих родителей. Освобождение Нагорного Карабаха от армянской оккупации имеет важнейшее значение для региональной безопасности. Это историческая победа азербайджанского народа. Карабах – это Азербайджан. Лейла Визерова, CBC.